скажу без ложной скромности, это прорыв. Вы правы, профессор, но для чего эта штука? Для чего? Хикстековое ядро гораздо мощнее квадраниевой батареи. Область применения огромна. Хочешь посмотреть? Ну еще бы. Завтра весь Пилтовер увидит технологию будущего. Обгорело. Какой ужас. Обгорело. Не понимаю, кто мог такое сделать? Не беспокойтесь, профессор, я его верну. Будь осторожен. Алло? Ух ты! Красотища! А если направить энергию? Ну же! Спасибо, что сделала меня, Джеймс! Без проблем, блестяшка! А теперь начнем веселье! То, что надо! Да блин! Ого! А может перенаправить энергию? Тяга увеличится и тогда... Попытка не пытка. О! Посмотрим, на что способна эта штука. Простите, профессор Хеймердингер, я не смог вернуть ядро. Не расстраивайся, мой юный ученик. Конечно, такого поворота я не ожидал. Ай-яй-яй-яй-яй! Любопытная конструкция. А если мы переделаем катушку? Она даст достаточно энергии. Дамы и господа, встречайте! Сила науки, так сказать.